Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю играть в игру под названием Detroit Become Human. Добрый день, и добро пожаловать. Так, и мы продолжаем. Седьмое ноября 2038 года. Хэнк, друг. Программный сбой. Блин. Ну, по крайней мере, мы все еще друзья. Я все думал, блин, стоит стрелять, не стоит, но... Я не хотел, чтобы Коннора убили. Я просто подумал, что она может убить. Теперь я тогда уж точно знаю, что она это его не убила бы. Скорее всего, там что-то произошло, потому что это не очень хороший финал. Так. Журнал. Центри. Что стало с человеком века? Загадочный мистер Камски. Политика в фокусе, коррупция в американском сенате, правда ли или ложь? Землетрясение в Китае унесло 10 тысяч жизней. В 2028 году, так, Элайджа Камски был назван человеком века. Его изобретения изменили мир. Появление андроидов не только произвело революцию в экономике. Плохо это или хорошо, но она навсегда изменила саму нашу жизнь, семейный уклад и социальный баланс. Вскоре после этого Камски пропал, лишившись должности генерального директора Киберлайф и скрывшись от внимания общественности, человек века ушел из мира, созданного им самим. Он, короче, понял насчет андроидов, наверное, он понял то, что андроиды обретают свой разум. История успеха Камски началась в 2018 году, когда коммерческая недвижимость в Детройте была дешевой, а значит выгодной для молодых компаний. Окончив колледж, Камски вложил все свои так невеликие средства в разработку прототипа андроида. Но многолетний труд не приносил плодов, пока не были созданы два революционных изобретения – голубая кровь и биокомпоненты. Когда первая рабочая модель на глазах у всего мира прошла тесты Тьюринга, акции CyberLife взлетели в цене и стали самыми дорогими в мире, и компания начала планировать запуск массового производства. Однако, когда оценка рыночной стоимости CyberLife уже приближалась к 500 миллиардам долларов, прошел слух, что Камски разошелся во мнениях с другими акционерами касательно стратегии компании. Позже он при загадочных обстоятельствах ушел со своей должности. Сейчас, по данным некоторых источников, Камски проживает в роскошной вилле где-то в Детройте и не принимает посетителей. Рынки предвидят войну. Из-за опасения по поводу конфликта в Арктике фондовый индекс рухнул на 10%. Президент Уоррен поддерживает, это мы увидели. CyberLife первой в мире достигла капитализации. Это тоже мы видели. Это просто так, краткие новости. Вчера на момент закрытия торгов совокупный фондовый индекс США показал падение на 10 пунктов. Отрицательная динамика сохраняется уже несколько недель. Финансовые запреты объясняют такие результаты значительной девальвации потребительских ценных бумаг в свете прогнозов о неизбежном вступлении США в войну за арктические территории. В пользу этого свидетельствует также и рост военных запасов, производства авиатехники и вооружение демонстрирует небывалый подъем. Инвесторы также предпочитают делать выбор в пользу CyberLife, поскольку компания сотрудничает с Министерством обороны, для которого разрабатывает и поставляет военные андроидов. Учитывая, что взаимоотношения России и Соединенных Штатов продолжают быть главной темой новостей, и ни одна из сторон не намерена уступить, ситуация на рынке продолжает ухудшаться. Вот мне вот интересно, какая Россия в этой игре? Какая она в будущем? То есть, по идее, сейчас у нас, допустим, в Америке андроиды уже на шаге того, чтобы начать революцию, для того, чтобы получить такие же права. А в России у нас, по идее, даже у людей-то прав нету. А не то, что у андроидов. Вот интересно, как она? Там тоже
все так же накаляется, или там по-прежнему ничего не изменяется. Фрэнк обдумывает, красиво тут, а? Что видел. Я сюда часто приходил до того. Личный вопрос. Перестать пить до того. До того? А до чего? Вы сказали, часто приходил сюда до того. До чего? До того. Да не до чего. Личный вопрос. Вы позволите личный вопрос, лейтенант? Вы все любите личные вопросы, или ты один такой, уникальный? Фотография? Я видел фото ребенка в кухне на столе. Блин. Это ваш сын, да? Да. Его звали Коул. Расследование застряло в мертвой точке. У девиантов ничего общего. Это разные модели, произведены в разное время, в разных местах. Ну, должна же быть связь. РА-9. О, может быть, это тот и есть миллионер. Есть кое-что общее, они все говорят про РА-9. У них это как будто миф. Изобретенное понятие, не существовавшее в программе. Андроиды придумали себе бога. Долбануться, вот мы дожили-то. Вы чем-то обеспокоены, лейтенант? Это связано с тем, что случилось в клубе «Рай»? Эти девчонки просто хотели быть вместе. Они прямо были влюблены. Девианты и все. Ирония. Холодно. Ирония. Рационально. Они могут симулировать эмоции. Блин, зря я так сказал. Но они машины. А машины ничего не чувствуют. Ну а сам-то ты, Коннор. Ты у нас вроде на вид человек. А на самом-то деле что? Нейтрально. Я могу быть всем, чем прикажете. Напарником. Вашим собутыльником. Или просто машиной, которая исполняет задачу. Ничего у тебя не ёкнуло, когда она себя убила? Или тебе, как всегда, на все посрать, а? Потрясение. Я действовал согласно инструкциям. И поступил так, как должен. Но ты же боишься смерти, Коннор. Да. Досадно, если мое существование будет прервано, прежде чем я завершу расследование. Что будет, если я спущу курок? Ничего? Пустота? Рай для роботов? Злость Хэнка иронична. Ничего. Не подчиняться. Не подчиниться. Мы оба знаем, что вы не выстрелите. Блин, зря я так сказал. Вы лишь провоцируете реакцию. Зря так сказал. И я вынужден вас разочаровать. Ну, ты-то у нас, конечно, голова. Блин. Все-то ты у нас знаешь, а? Тогда скажи-ка мне, умник. Откуда мне знать, что ты не девиант? Я регулярно себя тестирую. И точно знаю, кто я такой. Разблокирован путь. Куда вы идете? Пить дальше. Мне надо подумать. Какой-то путь разблокировал тебе. Капец. А,
ну смотрите-ка. Так, вы увидели фотографию в главе «Русская рулетка». Ну, то есть, смотрите, тут у нас было два варианта. Хэнк оставил Коннора в покое, и, возможно, он бы застрелил нас. Выдать страх. Хэнк достал пистолет. Вот это плохо. Ну, тут, возможно, как бы мы не отвечали, он в любом случае достал бы пистолет. Потому что, видите, тут вроде бы мы два разные варианта выбирали, а вариантов здесь не написано. Ну, смотрите, в зависимости от того, какие мы эмоции выдали, мы выдали страх, типа... А могли бы еще что-то сделать, и мы бы сразу пришли бы к этой развязке. Он бы не задавал бы нам лишних вопросов, наверное. Ну что ж, ладно. Мы еще какой-то новый путь, кстати, разблокировали. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.